Очень сложно мне ответить на этот вопрос. Я много путешествую и вижу, что просто как сторонний наблюдатель, изменения в Европе есть. То есть то, что имеет место некий кризис, это, к сожалению, безусловно. А вот что будет дальше, очень сложно сказать. Я думаю, что сейчас все несколько напуганы, потому что был момент вот таких вот веселых, или как их еще называть, жирных, нулевых, когда, в общем-то, мы только радовались тому, что мы что-то накапливаем, что мы что-то имеем, и вдруг оказалось, что это не вечно. Я думаю, что в любом случае кризис надо воспринимать как некое напоминание о том, что расслабляться в любом случае не стоит. Будет кризис, не будет. Надо жить таким образом, чтобы в любой момент мы могли четко понимать и знать и свои расходы, и свои доходы, и умело всем этим пользоваться. То есть, я считаю, это распространяется не только на государство в целом, но и на каждого отдельного человека, чтобы это не было крайне неприятным сюрпризом.